Все, выселяемся. Так, это все выглядит. Первый раз мы в таком типе мотеле. Вон озеро виднеется. Все, поехали. Там, похоже, то ли река, то ли какой-то. То еще что-то. Вид неплохой. Да, и вид неплохой на озеро. Ну и отель весь видно, вон наша машинка. И люди уже просыпаются. Вот реально река течет какая-то. С маленькими водопадиками. Прям за отелем. Там тоже неплохо. Чьи-то патио есть. О, смотри, там бурундук. Вон, вон. Привет, бурундук. Угу. Это просто такая, типа, беседочка дополнительная. Все, поедем. Ну все, мы уже выезжаем с этого места. С Lake George. И поедем на гору смотреть. Через пару часов должны быть там. Там, наверное, и позавтракаем. Надеюсь. Да. Все, едем. Едем в Whiteface. Белолицые горе. Решили тут остановиться, перекусить по бананчику. Вообще класс. Тут горное озерцо. И люди вон, похоже, плавают. Такие яркие точки. Как раз детский крик попал. Я включила камеру. Нашли вот такое местечко, чтобы перекусить. Кстати, рыбы вообще не видно. Тут есть березки. Тут определенно всегда были березки. Вот такие настоящие. С белыми. С листиками правильно. Ну, успела что-то заснять. Ну, впереди тоже.
остановились, пока еще до вершины не доехали одной горы. Но тут запах, вид. Ну он такой сладкий. Можно туда еще чуть-чуть пройтись. Блин, и облака вон ниже нас текут. Класс. Вон Lake Placid. Туда мы поедем после этой горы. Вообще бомбически. Ну, возможно, когда вообще облаков нету, конечно, еще лучше вид. Ну и так классно. Вот мы еще на ту вершинку поедем. По серпантинчику. Зимние олимпиады для прыгунов. Птички поют. Как облака. Пытаются пролететь через гору. Все, припарковались и пойдем. Вон наш серпантинчик. По идее, мы должны были туда зайти. Но закрыто. Хотя бы тут можно посмотреть. Ну и так, немножечко для справки. В принципе, если бы не было облаков, можно было бы увидеть уже даже Канаду. А так... Может быть, мы ее даже и видим. Место, где покушать, поселиться. Ну, кто-то ходит. Там какие-то даже подъемники. Мы уже спускаемся вон оттуда. Ну, прямо оттуда съехали. Угу. Даже отсюда смотрится высоко. Ну. Решили тут сесть покушать. В других местах были люди. Тут хотя бы свободно. Вот с таким видом посидим.
остановились еще на одном месте погулять. В этот раз с водой связаны. Ну и немного с горами. И это платно. Тоже. Да. Все тут платно. Прям каньон большой. Оказывается, этому месту уже больше 100 лет. Тут 1890 года вот такой парк. Ну, может, его, конечно, обновляли технически. Но они дождь прям сильно. И дырочки. Ну да, там она уже поворачивает. Иди обратно. Что это за дыры такие? А? Что это за такие дыры? Разве не... О, так сам путь пролегает. Там уже поспокойнее вода. А, вот тут самый кайф. С этой стороны не обклеено. Кстати, я тебя ни разу не снимал. Маленький прудик. Лодка грязная. Больше меня видно, чем воду. Прям водой уже льет. А телефон снимает будет?
камера немного мокрая стала. Решили мы поехать в какую олимпийскую? Где? Ну как, олимпийские эти здания посмотреть 80-го года. Mm. Разваленные. Между тем и дорога очень красивая. Наверное, мы проедем мимо этого места. Head northwest. Все, едем. Вот и. Припарковались уже в Lake Placid. Пойдем найдем кофе и прогуляемся по городку. Вот оно, озеро Placid. Мы его немножко уже ходили близко. Прям такое тоже Lake Placid, курортный городочек. Кстати, вон она гора, похоже, на которой мы были. Вон, вон, вон. А завтра в ту сторону пойдем. Вот такой отель знатный для знати. Эхо Олимпиады. 80-го года, они же все забыли, кроме тебя, Сергей. Да ладно. Я думаю, этот городочек тоже живет Олимпиады. Зигзаг Спаб. Взяли кофе и напиточек. Пойдем тут чутка посидим, повтыкаем на Lake Placid. Жарковато, конечно. Пойдем там на травке, может, слева. Ну, вот такое вот оно невзрачное с виду. Ну, да, я имею в виду само озеро. Да, вот там справа вообще, смотри. Класс. Небольшая техническая поправочка. Это не Lake Placid. А то мы думаем, что это маленький, думаю, закоулочек. Это Mirror Lake, типа отражающееся озеро. Вот. А вот чуть позже мы поедем в наш отель, и он будет прям на Lake Placid. Все. Кто это у нас тут гуляет? Прикольная церковь, да. С таким видом. Ну да. Там домик еще. Пойдем, машину. В общем, это не точно, но возможно. С достаточно большой вероятностью, что вот та гора, это туда, куда мы хотим забраться. Далековато. Камера все равно это ничего не передаст, но, блин, как же тут красиво. Водичка, горы. Класс. Олимпийский центр под музей. Но народу очень много. Как-то даже неожиданно. Вообще, офигенно, мы шли спиной, я этого не видела. Мы шли немножко параллельно улицей. А вон, кстати, вон те вышки. Она даже блестит. Штучку поставили, чтобы самолеты. А там как раз рядом аэропорт. Нет, слушай, реально вот так, походу, гора выше.
Угу, определенно. Но это тоже не факт, что этот, на котором мы поедем. Ну, да. Но наша будет самая высокая среди всех, которые тут и в штате Нью-Йорк в целом. Да, и мы пойдем на вершину. Пешочком. Без всяких машинок. Пару дней. А вот тут, похоже, проходили соревнования. О, как это тут? На коньках? На скорость. Не знаю, как это правильно называется. Бег на коньках, кстати, вполне возможно. Вот. Сейчас за дерево зайду. Будет лучше видно. Вот. Страл современное здание. Все магазинчики, все так миленько. Класс. Но сам городочек 1900 года. То есть он не был построен для Олимпиады. Он тут был. А вот все остальное там достроилось. Снимаешь? Да. Как эти ключи работают? Короче, мы заселяемся в наш второй отель. И здесь мы будем две ночи, если сможем открыть. Нет, не работает. По итогу Настя все-таки смогла раскрыть тайну этой двери. Так, сразу туалет, ванна. Что для? О, у нас полноценная кровать. Слушай, там тоже было вроде. Холоднее. Хай. Ох, с него что-то посыпалась какая-то пыль. Ну ладно, лучше так, чем никак. А это что, окно открыто или закрыто? Да, непонятно. Оно открыто. Так, кондей включили, так что не надо. Нам... О, микроволновочка есть. Можешь купить еды с утра, что-нибудь подогреть. Если у нас будет кофе, можно будет сделать кофе. Может, что-то есть. Не знаю, надо разбираться. Слушай, нормально. Гораздо лучше того, что было. Тут неплохое место. Входик неплохой. Да. Можно на веранде посидеть. Да. Какой там вид? Ничего особенного. Горы даже плохо видно. Все. Входик даже есть. Outdoor. Угу. В общем, после заселения, кстати, во время заселения мы заметили, что мы немножко обгорели, как всегда. Вот. Решили пойти погулять по городу, заодно поискать еды, чего-нибудь. Желательно найти еще что-нибудь на завтра, чтобы с утра время не тратить, позавтракать сытненько и пойти в горы. Вот. Так, конечно, тут просто идешь, виды классные. Гарные. Там сзади горы остались. А тут вокруг в горах есть. Да. Еды? Да. Нам принесли огромнейшую пиццу с морепродуктами. Будем кушать. Посидели, поели пиццы. Пицца оказалась не очень. Два слайса еще на утро взяли. Ну ладно, как-нибудь проживем. Идем вон к отелю еще пару минуток и будем дома. Все. Завтра тяжелый день. На сегодня хватит. Да, будем отдыхать и готовиться. Да. Решили еще немножко снять дорогу домой. Ну, до отеля точнее. Вот он, наш отель. Вот такие виды. Горы. У нас из отеля ничего не видно, конечно, но все равно. А вон там справа будет виднеться озеро Плейсид. А вот чуть-чуть виднеется. Может быть, в воскресенье подойдем туда. Вон наш отель.